Наука, искусство. Как же они связаны между собой? Вроде бы совершенно разные виды деятельности человека. Но это только на первый взгляд. Так если подумать, наука, она с помощью нее получает знания определенные, находит что-то новое, проверяют это, создают законы, как все переходит из одного состояния в другое. Физики, энергия, материя, или в биологии, или в химии, превращение веществ из одних в другие. Знаете, а что искусство? Искусство вроде бы, просто картиночки, что-то нарисовали, изобразили. Но это что-то более глубокое. Сейчас я покажу эту связь. И начнем вот с этого. Клетка. Перед вами клетка, из которой мы состоим из множества вот таких клеток. Ё-моё. Почему я ее показываю? Потому что, смотрите, вот моя работа. И видите вот эти? Точки, 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 которые в голове моего монстрика. Это они похожи на клетки. То есть черная цитоплазма, а внутри красное ядро. А в мозгу же тоже клетки, нейроны. Только там без отростка. И я это изобразил в своей работе. Вроде бы, это открытие давно было сделано, но осознавание того, что мы состоим из такого количества клеток, только скульптура может выразить это мое. Это мое, выражение. Потому что и вот эти шипы. Я заметил, что я начал делать очень длинные шипы, которые идут как бы от одного центра к другому, как у нейронов. Есть нейроны, от него отростки, которые образуют связи, образуют нашу память, все. Связи. Везде связи. И здесь так же. И они как будто в моем мозгу загораются. Вот она загорелась, связала, перевязала, завязала, еще раз связала. И потом наоборот, и туда, и сюда, и вот это, рассказ тот, этот, эта формула, вот эта переменная, вот это движение, вот это движение мышцами, и все. И видите, как оно переходит. Это можно длину узнать. Это же все. Это моя эмоция, которую эмоцию можно изобразить в виде формул. Формы это вообще. Уравнение это тоже выражение эмоций. Вот эти уравнения. Потому что уравнение, цифры, которые мы придумали, это лишь форма, символ. Мы придаем этому символу значение, как и любое слово, как и любая работа, как и все в нашем мире. И скоро я запущу биообзор. Это когда я буду посмотреть фильмы, вот это все, комиксы, аниме, все, что я смотрел в детстве, что сейчас смотрю, то, что вижу, и соединять это с точки зрения не только биологии, но и науки. Осветить этот путь и показать, что это не может быть скучно, потому что смотрите, это как мы переходим по своим ходам, своему мозгу, туда-сюда, я пытаюсь найти. И вообще это работа о боли, о переживаниях, о страданиях. Я всегда собираю иногда. Это, так сказать, я... Бывает у меня такое. Собрал, вот когда через силу даже много всего. Я же впитываю очень много всего. Вроде бы период впитывания заканчивается только в детстве. Нет. Он продолжается всю жизнь. И сейчас столько событий, столько всего я впитываю. У меня же есть еще свои истории. Я их тоже впитываю, смотрю, наблюдаю за ними. И вот от одного нейрончика пошла связь, перешла к другому,
тот передал сюда, тот сюда. Так рождаются целые вселенные в моей голове, понимаете? И в ваших тоже. И мы как будто все люди, связанные между собой, не все организмы мира, Земли, Земля, планета Земля круглая, маленькая, в большом космосе. Мы как будто в мозгу тоже являемся частью чего-то, как наши нейроны. И мы как бы видим, анализируем. И это невероятно, я скажу. Это, да, это просто такое разговорное видео. Тоже обобщенное, как те предыдущие. Но оно о эмоциях, понимаете, о эмоциях там. Потому что надо, блин, кому-то это говорить. Надо кому-то говорить. Я никому не говорил. Но теперь я говорю. Есть теперь у меня люди, которым я говорю. Но все равно что-то... Все это... Как же так? Оно везде, одним словом. И понимание это невероятно. Это невероятно просто. Видите, я думал, как это начать видео, но теперь понимаю, что когда начинаешь, нейронные связи сами выстраиваются. Мой человечек в голове, он сразу начинает доставать то, что я отложил, на потом. Он сразу берет эту полочку из самого нутра моего мозга, достает, перерабатывает и идет. А, вот только да, конечно. Есть и другие эмоции, страшные, опасные. Но я от них не ухожу, не прячусь. Хватит с меня пряток. Хватит с меня этого. Я их покажу. Аниме через математику понять. Ё-моё. Да вы представляете? Я уже представляю, как я там за... Сила 10х. Пи. Круг. Магический круг, Расинган, сила ветра, сила этого, отношение стихий, разные виды. Это сейчас сумбурно, но вы чтобы понимали, как это в голове у меня происходит. А потом я вот это все собираю и разделяю на разные моменты. А иногда я собираю это все вместе, чтобы показать, что это все на самом деле в нас. Вот так-то. Каждая боль, что мы чувствуем, каждое движение. Блин, это ж невероятно. Как? Почему же люди так забывают об этом? Мы же все это видели в детстве. Я это видел. И во сне я это видел. Ё-моё. Наверное, я запишу про Евангелион сегодня. Потому что это пипец. Спасибо вам, что вы подписались. Вот эти 55 человек, понимаете? Вы основа, которая заставляет меня делать это. Потому что это было также с группой. В группе было 20 с лишним человек. Может, даже 10 в начале. И очень долго было всего. Вообще мало людей. Но сейчас уже 800 с лишним. 870 человек. Некоторые уходят, некоторые приходят. Это ладно, но вы здесь... И я говорю сейчас тихо, как будто сам с собой, но с вами. С теми немногочисленными людьми, которые сейчас посмотрят это видео. Как это невероятно, а? Что связь передается вот через трот, через наушники мои, в телефон, а потом передастся вам через электрический импульс, сначала через волны, микроволны. Радиоволны вашему телефону, и вы это ощутите. Это же невероятно. Это связь, переход. И я показываю это, что переход. Вот, скульптура, которая переходит. Это, которая переходит. Поэтому я червячков делал. Мне говорили, что ну какие-то червячки, что какие-то однотипные работы. То я пытаюсь показать этот переход. Вот, именно вот этот переход, вот. Как оно
с одной точки переходит в другую, потом с этой в несколько, а с тех несколько еще в несколько, еще в несколько, еще. Людям нужно все и сразу. Люди загнаны в рамки. Это очевидно. Есть разные сферы. Ты в этой, эти в той, это в той. Объединения нет, пересечения людей нет. Я не чувствую этого. Вот поэтому я буду продолжать, ё-моё. Пора записывать про Евангелион. Психические нейронные связи. Думаю, это прекрасное начало. Можно еще записать. Да, надо делать доклад. Сделаю этот доклад, что? Доклад по теории эволюции. Теория эволюции. Тоже интересно. Вставочки, 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 вставочки. Ну, в общем, спасибо за внимание, что вы слушали меня. Если вы досмотрели до конца, это прям очень ценно. Реально очень ценно. Спасибо за внимание, ждите пересечения искусства, творчества, науки, сложных муторных уравнений с интересной подачей. Я буду искать время, чтобы это все делать, потому что время бесценно. Пока. А-а-а. А-а-а.